Сегодня в Кирове выступила звездная пара Антон и Виктория Макарские. Свой концерт они назвали живым, в том числе и потому, что каждое их выступление приносит массу неожиданностей, к которым нужно быть готовым даже журналистам. Антон Макарский во время интервью дал мастер-класс нашему корреспонденту о том, как Никита Тузов чуть не попал в шоу-бизнес, эксклюзивный материал выпуска. К песне «Вечная любовь» у Антона Макарского всегда было особое отношение, потому что ее обожает его теща. Поэтому даже за сотни километров от дома музыканты всегда особенно тщательно репетируют ее перед выходом на сцену. Мама, вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Супруги Макарские никогда не забывают не только о своей семье, но и о многочисленных поклонниках. Поэтому и корреспонденту, который только что побывал в роли певца, предложили ненадолго стать еще и оператором. Мы, Антон и Виктория Макарские, приглашаем вас на наш концерт. Импровизировать и выходить с неожиданными предложениями абсолютно ко всем Антона и Викторию научил большой концертный опыт. Они даже свои выступления из-за спонтанных решений называют живыми. Я выхожу в зал, и может кто-то что-то сказать, может кто-то запеть, может предложить что-то, может просто поговорить или подарить банку варенья, которую мы тут же начнем есть. Вместе Антон и Виктория 24 часа в сутки. За годы совместной жизни удалось достичь такой гармонии, что понимать друг друга стали с полумысли. Все же от идеала скромничают Макарские, их семья еще далека. Я только к Инстаграму ревную свою жену, потому что это невозможно. Она внимание ему уделяет гораздо один больше, раз чем в день захожу мне. В Инстаграм? Да, утром и вечером выхожу. Ну, один раз в день. Ну, надо же написать что-то. Ну, да, правильно, надо же написать. В соцсетях супруги Макарские рассказывают не только о своей семейной жизни и многочисленных гастролях. Практически в каждом городе Антон и Виктория встречаются с юными музыкантами, чтобы поделиться секретами успеха. Киров не стал исключением. На встречу со звездами пришли воспитанники музыкальной школы. Посыпались вопросы, как воспитать звезду и стать хорошим музыкантом. Ответами Макарские буквально ошарашили. Они не хотят, чтобы их дети пошли по стопам родителей. Скучаем мы, конечно, сильно. Машке уже вот сейчас 4 годика, мы уже будем брать ее с собой. Она уже взрослая, я сам театральный гастрольный ребенок. Я с 3 лет ездил с бабушкой, с дедушкой. Немножко другая специфика, конечно. Сыну Ивану, пока говорят, путешествует рановато. Ему всего 1.5 года. А вот дочь Машу Антон и Виктория пообещали привезти в Киров уже в следующий раз. Но не выступать, а на экскурсию. Никита Тузов, Эдуард Прозоров, информационный канал «Город».